Напомню, в редакцию «Сочи-24» обратились раздосадованные жители улицы Просвещения. Причиной тому стал засор на насосной станции, в результате которого канализационные потоки ручьями бежали прямо под ногами пешеходов, среди которых немало туристов. Этот непростой путь в микрорайоне Чкаловский проходили все, кто направлялся по улице Просвещения к морю. И как сообщили в пресс-службе водоканала, сейчас на канализационно-насосной станции Чкаловская в Адлере установили новый насос для нормализации работы системы водоотведения. Оснащение дополнительным особо мощным оборудованием сделали на фоне участившихся сбоев системы водоотведения на улице Просвещения. Как заверяют в водоканале, это минимизирует количество нештатных ситуаций в канализационной системе Адлера. В планах до сентября текущего года выполнить на улице Просвещения работы по прокладке 400 метров нового коллектора большего диаметра.